IBM наиболее успешно применяет технологические решения блокчейн. Как пишут на Cointelegraph, это стало известно в ходе исследования Blockchain Enterprise Survey, проведенного исследовательской фирмой Juniper Research. В докладе фирмы сказано, что 400 руководителей среднего звена и IBM были противопоставлены таким гигантам индустрии, как Microsoft и Accenture. Помимо этого, опрос нарисовал обнадеживающую картину будущего блокчейн. Среди отвечавших 67% сказали, что они уже инвестировали более 100 тысяч долларов в технологию, а 91% что потратят такую сумму на инвестицию в 2017 году. Также отметим, что в докладе говорится о том, что за последний год уровень осведомленности о технологии блокчейн резко возрос среди потребителей.